Ребят, всем здорова, с вами снова Алистер, и это ролик про BMW фестиваль в Грузии. Ребят, я думаю, что из этого что-то хотя бы и вышло. Вы, ребят, не забудьте про лайк, про подписку, ну ребята. Ну и как бы, ребят, я думаю, что можно приступить уже, собственно говоря, к самому ролику. Получилось довольно-таки круто, весело, потому что было много дыма, много машин. И вообще было очень весело, ребят, я думаю, что вам понравится, ребят. Давайте по данным роликам хотя бы наберем 1000 лайков, ребят, я пойму, что вам нравятся влоги. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, а мы как бы приступаем к ролику. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I suck on my money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone a progression, that's all that I wanted. The phone in affection, I summon it double. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Так, так, народу ультра много. Там, короче, еще наверху специальное место для дрифта создано. Здесь класс. Ребят, и тогда у меня в голове появился вот такой вот вопрос. Причем тут Алтеза? Для чего она сюда пришла, если это BMW фестиваль? Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing. I needed some personal time. Fuck all the pictures, the mentions. I don't need your digits. I mean it. I'm standing inside. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Ребят, а если вы хотите научиться дрифтовать, то я думаю, вам реально надо сходить именно к данному парню, потому что он просто мастер своего дела, ребят. We'll be right back.
И в этот момент мы все поняли то, что он просто ее в конце перегрел. Выехал просто 1-8. Ребят, вот такой вот ролик получился, я над ним реально старался. И я максимально надеюсь, что вам данный ролик зайдет и он вам понравится, потому что, ну, тут такой, так сказать, годный контент, вот. Ребят, вот такой вот ролик получился, если вы новенькие, подпишитесь, поставьте лайк, как бы, вот. И оставьте любой комментарий, оставьте комментарий, понравился ли вам ролик или нет, а на этом у меня все, ребят. И, как бы, всем удачи и всем пока.